поставил я камеру, всем привет. Первый раз снимаю я вот так вот видео. Вести с полей. Хочу показать, как я черенкую вот этот маточник. Вот у меня первый сорт, они у меня все подписаны. Значит, что я делаю? Значит, обрезаю. Чик. Обрезала. Удаляю нижние листочки. И вот так вот прищипываю. Окунаю в цион. И наискосочек вставляю. Вот так. Берем вот этот еще хвостик. Убираем с него листочки. Припудриваем в ционе. И по диагонали прижимаем. Вот так. И сейчас я все пройдусь. Вот еще отсюда сниму черенок. То есть прям максимально с одной веточки снимем все, что можно. Туда, оп. Ну, пока оставлю так. Здесь вот мокренький соберу. Подсоберу. Я понимаю, что вам плохо видно, потому что красные лампы работают, они действительно искажают свет. Вот, получилось у меня вот такая с одного кустика 3 череночка. Сейчас я еще возьму первую серию и сколько будет, пропикируют в такую кассету. Вот так. Всем привет!